Для нас битва за пресную воду, потребление водных ресурсов, ожидания и реальность. А на самом деле тема очень сложная, большая и серьезная, но мы должны начать с себя. И на экране вы видите себя. На сегодняшний день можно со 100% уверенностью утверждать, что именно вот в таком процентном соотношении мы видим с вами, мы состоим с вами из воды. Как вы видите, большое количество, на большой процент, что ли, да, мы состоим из воды, всего, ну, можно так сказать, более чем на 80%. Но вот дальше более такое детальное уже, да, разделение, насколько мозг насыщен водой, насколько легкие, печень и другие органы и системы. Должна сказать, что самое большое количество воды, наверное, находится в клетках и органах маленького ребенка, который только что родился. Но по мере того, как идет возраст, идет наше старение, количество воды действительно становится все меньше, и мы, к сожалению, теряя влагу, превращаемся в стариков. Наверное, это не самое страшное. Я бы сказала, что это естественный процесс. Поколения должны сменяться. Так происходит и в живой природе. Ну а сегодня мы пойдем с вами дальше и посмотрим о том, что включает в себя понятие гидросфера и каково потребление ресурсов, какие стратегии, схемы, что ли, потребления ресурсов имеются. Можно сказать, что все воды Земли объединяются в такое понятие, как гидросфера, но они разделяются на воды морские соленые и воды суши. Вот к водам суши относятся и подземные воды, и озера, искусственные водоемы, ледники, болота, о которых часто забывают, и, конечно же, реки. Наш, можно сказать, основной питьевой ресурс, который, от которого зависит успешность стратегии выживания людей на той или иной территории. Понятие о гидросфере становится довольно таким осязаемым, когда мы смотрим на международные речные бассейны, которые объединяют людей, страны, экономику, ну, словом, какую-то вот социализацию, что ли, дают. Посмотрите на эту карту, здесь изображены крупные международные речные бассейны. Неважно, что она, там, допустим, 2000 года, но суть в том, что она отображает реальный, что ли, процесс, да, который здесь показан. Надо сказать, что по вот этой инфографике мы можем с вами видеть, какова проблема с нехваткой воды, например, в результате производства продовольствия. Это очень важный момент, потому что, ну, например, мы можем с вами видеть, что 40% в глобальном производстве продовольствия занимают сельхозкультуры, а 70% водозабора пресной воды идет, например, на орошение сельхозкультур. То есть в сельском хозяйстве это огромный процент. Но, как вы понимаете, мы переходим как бы от относительного количества и вот этих значений, когда мы говорим в процентах, к абсолютному. И посмотрите на верхние этажи, это 15 тысяч литров воды требуется как суммарный расход воды при производстве одного, например, килограмма говядины. То есть то, о чем, что называют красное мясо. Или 1500 литров воды – это суммарный расход для производства 1 килограмма пшеницы. Давайте зададимся вопросом, должны ли мы экономить в этом смысле воду и, например, отказаться от красного мяса, к чему нас призывает иногда, например, ну, скажем, Организация Объединенных Наций и так далее. Или, например, мы можем его потреблять, но в каких-то разумных пределах. Например, в деревнях раньше, это объективная реальность, ели очень редко мясную продукцию. То есть это фактически там, не так часто. Например, это мог быть там, один петух или курица, которую варили в огромном котле или там, кастрюле на всю семью. И мясо это ели не каждый день. В основном это были мелкие животные типа кролика, например, или птица. Сейчас, когда мы говорим о том, что или раньше могли так говорить, богатый стол, это значит, на нем может присутствовать говядина. Может быть, раньше люди не могли бы посчитать, 15 тысяч литров воды требуется для выращивания красного мяса или там 45 тысяч литров воды. Но дело в том, что сейчас получается такая ситуация, когда нам снова и снова, что ли, предлагают рассмотреть такой вопрос, как
перестаньте есть красное мясо. Это очень вредит окружающей среде. Я думаю, что сейчас я задавать вам не буду вопрос, как вы считаете, надо ли всему человечеству отказаться от использования крупного рогатого скота в качестве продовольствия. Но я предлагаю вам, чтобы вы подумали. Я вам очень благодарна за те отклики, которые иногда получаю с той стороны экрана. И я знаю, что вместе с ребятами, со школьниками, часто меня слушают и их родители, бабушки, дедушки, взрослые братья, сестры. Поэтому подумайте, вот готовы ли вы полностью, например, вот лично вы полностью отказаться там, от мяса вообще, от красного мяса в частности, или, может быть, все-таки какую-то для себя лично вы принимаете какую-то другую стратегию. Ну, например, такой стратегии может быть там изредка употреблять это мясо. Может быть, вы его там, ну, условно говоря, раз в месяц потребляете, и в этом смысле вы не превосходите, я бы так сказала, экологическую норму потребления, хотя это тоже большой философский вопрос. Но мы пойдем далее. Вы знаете, вот есть такая концепция, такое понятие, что ли, это виртуальная вода. Она была создана в 1993 году таким исследователем, профессором из Лондона, Алланом, для определения такого косвенного, что ли, потребления воды. Тогда он сказал, что такой вот подход к воде необходим для полного производства, описания полного производственного цикла производства единицы продукции. То есть там, где вы ее вырастили, вы использовали столько-то воды, потом вы ее обрабатывали, перевозили, и вот, наконец, вы варите что-то или используете. Это тоже вода. Ну вот для примера вам привожу, что в одной чашке кофе содержится 140 литров виртуальной воды. То есть воды, которая использовалась на всем жизненном цикле производства чашки кофе. От плантационного выращивания до переработки, транспортировки и приготовления. В одном бокале вина 200 литров воды, в одном килограмме пшеницы 1300 литров воды, в хлопковой рубашке в нашей одежде, да, 2500 литров воды, а в джинсах 10 800 литров воды. Ну, легковой автомобиль, это даже просто невозможно вообразить. То есть для производства всех его узлов, деталей и вообще организации всего производственного цикла используется почти 400 тысяч литров виртуальной воды. Количество этой виртуальной воды зависит, конечно, не только от того продукта, о котором мы сейчас говорим, но и от региона его производства. Должна сказать, что, например, ну вот я вам привела в пример сыр, а могу привести в пример, например, производство такого продукта питания, как, например, рис. Мы с вами, наверное, и вы в школе это учили, и взрослые люди помнят, что рисовой корзиной мира называют обычно Юго-Восточную Азию. Это регион, где выпадает огромное количество тропических дождей, и этих осадков хватает для того, чтобы выращивать такую мокрую культуру, которая выращивается на рисовых чеках. То есть фактически это поля, залитые водой, и действительно они должны утопать в воде там, до какого-то уровня этого риса, потому что рис потребляет огромное просто количество воды. И он, кстати говоря, высокоурожайная культура. Говорят, что такой численности населения Азия не достигла бы никогда, если бы у нее не было риса. То есть рис он просто смог прокормить такое огромное количество людей. Так вот, оказывается, рис стали выращивать в экспериментальном таком подходе еще в Советском Союзе, ну, например, в Краснодарском крае. И надо сказать, что это очень засушливый регион, но температурные условия как раз очень близки к тем, которые нужны рису. То есть длительный, очень теплый, такой даже жаркий период. Ну, естественно, что используется искусственное орошение, то есть это поля, искусственно залитые водой, так сказать, замкнутые, чтобы не утекала, так сказать, эта вода с этих полей. Так вот, конечно же, в себестоимости производства такого риса такое количество воды – это, конечно, огромный экономический расход. Но я бы сказала так, с точки зрения решения проблем продовольствия, да, продовольственной безопасности для каждой конкретной страны или региона, наверное, лучше, чтобы очень небольшие такие запасные, что ли, поля все-таки были. Но с экономической точки зрения, особенно когда вам нужно накормить целую страну, лучше, наверное, закупать этот рис там, где он растет в естественных условиях. Пойдемте дальше и посмотрим на вот такую проблему, как глобальное потребление воды на человека. Оно измеряется в кубометрах в год. Есть такая единица измерения. И первое место здесь занимает Северная Америка. Это действительно регион, потребляющий
ну, просто колоссальное количество воды. Поймите правильно, это вода не только питьевая, да, не только питьевая, то есть она производство вот вашего, так сказать, жизненного цикла самого человека. Это 2798 кубометров на человека в год. Азиатско-Тихоокеанский регион – это самый низкий след, то есть люди там имеют очень малый доступ к чистой пресной воде. В Африке тоже его очень мало, но в Африке есть просто малонаселенные места. А вот в Юго-Восточной Азии, в Тихоокеанском регионе в целом, там, конечно, таких малонаселенных мест почти нет. Это просто гиперперенаселенный регион, вот поэтому он, ну, как бы стоит, что ли, на втором месте. Поэтому появилось такое понятие, как водный след. Из общего глобального следа, как вы видите, 74% представляет дождевая вода, которая просто сохраняется в почве, ее называют зеленой водой. Сейчас мы об этом поговорим подробнее. 11% представляет потребление из поверхностных и подземных вод. Виртуальная торговля водой – это вода, которая встроена в продаваемые нам продукты питания, например, сельскохозяйственную продукцию. Она может быть инструментом для повышения общей эффективности за счет капитализации сравнительных преимуществ определенных видов использования воды в отдельных регионах. И расширение стратегии сельскохозяйственного водопользования включает управление поверхностными водами, ну и, как мы понимаем, многократное повторное использование. Что такое общий водный след? Это общий объем пресной воды, используемый для производства услуг. Вот эту вот ножку, которую вы сейчас видите на экране, это водный след, она измеряется объемом использованной или загрязненной воды за единицу времени. И включает не только прямое, но и косвенное использование водных ресурсов. Давайте посмотрим на эту ножку. Посмотрите, возле указательно большого пальчика на ноге мы видим огромного потребителя воды. Как вы видите, это Китай. Это государство, которое, можно сказать, рабочие руки всей планеты нашей, которое сделало производственные процессы, собственно, основой экономики развития своей страны. Они потребляют действительно огромное количество воды, но именно такое количество воды не потребляют развитые страны. То есть, например, развитые страны Европейского Союза или там Северная Америка, даже Япония, возможно, рядом, кстати, расположенная с Китаем, они, ну давайте будем говорить откровенно, как бы недопотребляют эту воду в производственных циклах и процессах, потому что они перенесены, собственно, сами эти циклы перенесены в Китай. Следующим по производству, значит, по потреблению, что ли, водного следа является Индия. И вот мы в пяточке видим себя, это Российская Федерация. То есть мы тоже, в принципе, потребляем достаточно много воды. Вот это такой основной является проблемой сейчас, на которую обращают наше внимание наши экономические партнеры. Они говорят о том, что вам бы тоже надо бы перестраивать свои циклы производственные просто для того, чтобы потреблять меньше воды. Но согласитесь, наша страна очень богата водными ресурсами, поэтому, видимо, мы просто вот, так сказать, на государственном уровне только недавно с созданием национального проекта «Экология» на системной основе, на государственном уровне озаботились проблемой как бы перераспределения природных ресурсов, перестройки производственных цепочек. Теперь концепцию водного следа в 2002 году разработали специалисты одного из голландских университетов, и это развитие концепции виртуальной воды. То есть они пошли дальше. Они говорят, ну вот виртуально вы там столько-то воды использовали, теперь давайте посмотрим, сколько потребитель оставляет за собой вот этот водный след. Я специально привожу вам ссылочку. Очень рекомендую вам зайти на эту ссылочку и посчитать свой личный виртуальный водный след. Вы разберетесь, я вас уверяю, там очень интересный калькулятор такой есть. Надеюсь, что вам понравится это упражнение. А теперь давайте все-таки вернемся вот к этим видам воды. Смотрите, они разного цвета. А что такое зеленый след? Да? Мы сейчас говорим только о водном следе. Он состоит из зеленой воды, голубой и серой воды. Итак, зеленая вода – это весь объем использованной воды, содержащийся в почве.
той воды, которая поступает с атмосферными осадками. Талая, дождевая вода. То есть это то, что поступает, тот объем воды, который поступает в окружающую среду абсолютно естественным путем. Заметьте, здесь нет искусственного полива, орошения. Здесь нет ирригации. Здесь есть только дождевая и талая. Это только природная вода. Поэтому, если вы хотите уменьшать свой водный след, пожалуйста, не нужно сажать активно поливаемую культуру там, где, например, не выпадает вообще осадка. Или не бывает снега, который долго тает и долго может просачиваться в глубокие слои почвы. Просто нужно смотреть. Знаете, я вам приведу интересный исторический пример, когда во времена Никиты Сергеевича Хрущева, который руководил Советским Союзом в некоторый период, ну, ему так нравилась такая культура, как кукуруза, и он велел сажать ее везде, по всей стране. Но кукуруза, посаженная, например, в южных районах нашей страны, это Ставрополь, там Краснодарский край и так далее, она прекрасный урожай давала и почти не нуждалась ни в какой обработке, дополнительных там затратах экономических или там экономических, она совершенно не приживалась, например, в Карелии или там в Восточной Сибири. Это просто невозможно было себе представить, чтобы эти растения выросли. Я, кажется, приводила вам в прошлых лекциях пример, что все-таки в сельском хозяйстве очень важно такое понятие, как районирование. И вот что такое районирование правильное? Это если мы, например, подсолнух на Украине или там в Донбассе будем выращивать как подсолнух для того, чтобы он давал семечки для производства масла, а в Карелии в той же, да, мы будем его выращивать как цветок, потому что он не даст плодов. Он едва ли вырастет в небольшой вот такой желтый красивый цветочек. Теперь перейдем к голубому следу. Голубой след – это объем воды из поверхностных или подземных водных объектов, которая была необратимо использована для производства, была взята из одного водного источника, а возвращена в другой или возвращена в тот же источник, но спустя какое-то время. Вот, например, сейчас многие промышленные предприятия получают квоту, то есть ограниченный доступ на забор, например, какого-то количества свежей воды из открытого природного источника. Неважно, что это, там река, озеро, какой-то водоем, водоток. Но потом она долго использует эту воду, например, для охлаждения каких-то механизмов, для, может быть, орошения там какого-то внутри теплиц каких-то и так далее. Вы понимаете, что при этом происходит какая-то естественная утеря, то есть убыль части этого ресурса, например, часть этого ресурса может просто испариться, если вы просто выливаете после охлаждения какого-то там реактора или других каких-то там технологических систем, вы сливаете эту воду в отстой, бассейн для отстоя и охлаждения, и вот из этих прудов-отстойников эта вода, конечно же, испаряется. Поэтому предприятия из года в год докупают у государства какое-то количество пресной воды для того, чтобы восполнить вот эти ресурсы утраченные по каким-то причинам воды. Результатом становится то, что эта вода хоть и возвращается в водоем, но спустя, во-первых, долгое время, во-вторых, в измененном состоянии. Она может быть почти дистиллированная, если ее там очищали специально от примесей. Она может быть перегретой. То есть это не живая вода, как мы себе можем представить в текущей горной реке, насыщенная кислородом, которая дает жизнь. А это река, это вода, которая, ну, как бы устала. Она уже отдала все свои жизненные силы, и пока ей нужно слиться с другой, более живой водой для того, чтобы перемешаться, и какое-то время, как человек уходит в отпуск, такой воде тоже необходим какой-то период восстановления ее естественных качеств. Ну и, наконец, есть такое понятие, как серый след, или та вода, тот объем воды, который требуется для растворения загрязняющих веществ, которые сбрасываются в водные объекты. Я приведу очень простой утилитарный пример. Например, когда вы стираете белье, например, в тазу с хозяйственным мылом, вы знаете, вы, в общем, наверняка можете выливать это прямо в какое-то озеро. Главное, чтобы не 1000 человек одновременно стирали на берегу небольшого пруда где-то в центре какого-нибудь дачного поселка.
Вот дело в чем. Дело в том, что хозяйственное мыло – это продукт естественного производства. Он варится, как правило, из копыт, рогов и костей животных. Иногда сухожилия еще используются. Ну, как если бы вы варили холодец, например. То есть это то же самое, только уваривается очень долго, затем это мыло разливается в форму, оно долго зреет и превращается вот в твердый кусок мыла, который мы с вами используем. То есть оно абсолютно экологично. Это биологическое мыло. Должна вам сказать, что такого рода мыло, кстати говоря, очень благотворно действует на кожу, ногти, поэтому попробуйте, сейчас есть отбеленное такое вот очень высокого качества хозяйственное мыло, просто ради интереса попробуйте им постирать, помыть руки, у девушек станут очень красивыми блестящими ноготочки. Но мы сейчас говорим все-таки о больших объемах воды, поэтому если эта вода используется в производстве, или она там дополнительно еще очищается какими-нибудь биологическими организмами, или используются какие-то детергенты, то есть вещества, которые должны собрать, например, моющие средства, то, конечно, такая вода считается серой. Но вот если мы с вами начинаем стирать в стиральной машине, например, ну или даже просто руками, но современным порошком, в котором есть активный хлор, отбеливающие частицы, светоотражающие частицы и так далее, чтобы, как в рекламе говорят, рубашка белая стала еще белее, то, конечно, половина из этих частиц, вообще, может быть, даже большая часть из этого порошка является синтетическими поверхностно-активными веществами, которые абсолютно не перевариваются, не перерабатываются окружающей средой. Такая вода нуждается в тысячекратном разведении. Это значит, если вы выльете, например, одну в объем один стакан вот такой, например, воды, то для того, чтобы не умерли сразу все живые организмы в приемном водоеме, куда вы это выливаете, нужно 1000 таких стаканов абсолютно чистой пресной водички вылить следом для того, чтобы гидробионты просто не погибли в этой окружающей среде. Я показываю этот слайд сознательно, чтобы вы вернулись к нему еще и еще раз и посмотрели, когда вы будете считать свой водный след, если вас увлечет этот экзерсис, вам понравится это упражнение, и каждый для себя его посчитает, вы можете обратиться вот сюда и посмотреть вот эту картинку. Ну, обращаю ваше внимание, что если приводится такая единица размера, как для производства килограмма, например, пшеницы, то вы можете рассчитать, сколько грамм пшеницы, например, вы съедаете на завтрак в виде каши. И тогда вам будет очень легко посчитать свой водный след. Просто не запутайтесь, пожалуйста, в единицах измерения. А теперь мы переходим к утилитарной, то есть к каждодневной потребительской части. И я хотела бы вам показать, как мы теряем воду в быту. Но основными источниками потерь воды являются, конечно, бытовые утечки просто в водопроводе. Именно поэтому так важным становится, например, абсолютная исправность в водно-хозяйственном комплексе всех наших систем водоснабжения, водопотребления, водоотведения, чтобы мы исключили хотя бы потери именно вот в хозяйственной системе. Дальше существует такое огромная, что ли, статья расхода воды – это химические аварии на производстве, когда вода не только в составе вот этой аварии может тратиться, просто потому что она содержится в тех компонентах, которые разлились, но также и для того, чтобы отмыть, очистить вот эти загрязнения, просто их ликвидировать. Следующим моментом являются сточные воды от промышленных производств. Как я уже вам приводила пример, очень много воды теряется, например, на испарение. А если мы эту воду потребляем, покупаем у государства в небольшом количестве снова и снова, то мы, к сожалению, не возвращаем ее в таком же высококачественном виде, как мы потребили ее из окружающей среды. Почему вырубка леса здесь оказалась? Вы знаете, лес выполняет мощную биорегулирующую функцию, в частности, в том числе и водорегулирующую, за счет десукции, то есть корневой работы сосущей такой функции корневой системы деревьев. Считается, что чем моложе лес, тем, как правило, мощнее работает у него вот этот механизм десукции, то есть очень высоко подтягивает уровень стояния грунтовых вод. Но если лесной массив довольно старый,
то этот уровень состояния грунтовых вод в определенный момент, там через 8-10 лет роста леса, просто стабилизируется на каком-то уровне, и считается, что это очень хорошо, то есть такое достаточно устойчивое состояние экосистемы с абиотическим фактором, то есть с уровнем состояния грунтовых вод. Вы как бы можете рассчитывать на вот этот запас воды на том уровне, который подтянул вам лес. Поэтому если мы будем рубить лес, то, конечно, ни о каком уровне водного регулирования путем десукции мы не можем добиться. Ну и, наконец, еще одно направление, такое как осушение болот. Дело в том, что осушение болот представляет собой, ну я бы сказала, акт вандализма по отношению к окружающей среде. У нас существует в мире такая Рамсарская конвенция. Конвенции обычно называют по тому городу, где их приняли, ее подписали в городе Рамсар, и в итоге она касается сохранения вот этих водно-болотных угодий. Это, кстати, имело продолжение, когда вы можете даже посетить, есть такой сайт, называется он Wetlands. Это заболоченные земли. То есть не вот как бы не болота уже сформированные, да, а те земли, которые ну, не успевают за теплый сезон, например, просохнуть. Это еще, они, может быть, еще не регулируются Рамсарской конвенцией, что их надо охранять, их надо оберегать, что это такой детский сад для животных. Но в итоге получается, что это вот эти wetlands, эти заболоченные земли, они как бы кандидаты на вступление вот в эту Рамсарскую конвенцию. Если мы будем осушать болото, то мы разрушим естественные экосистемы, которые там складываются, и, по сути, разрушим детский сад для животных, потому что именно болотные системы, они создают такую вот стабильную ситуацию для молодняка, и там и птицы, и животные, и даже, кстати говоря, рыбы чувствуют себя в полной безопасности. Вот в этих зарослях там можно сохранить и вырастить свое потомство. Теперь несколько слов о современных тенденциях в гидросфере. Мы все говорим сейчас о климатических изменениях. Но должна сказать, что климатические качели раскачиваются таким образом, что для одних как бы, регионов это засухи, для других регионов это огромные сумасшедшие наводнения, которые повторяются из года в год, там, из сезона в сезон. И это может сопровождаться очень большими такими очень страшными потерями, вплоть до гибели людей, разрушения фундаментальных объектов и уничтожения производственной деятельности. Кстати говоря, во многих регионах мира основным видом производственной деятельности является сельское хозяйство, так вот и оно будет уничтожено таким образом. Снижение качества и загрязнение пресной воды и морской воды, и, например, грунтовых вод, говорит нам о том, что и сами экосистемы, которые приурочены к этим видам вод, они тоже подвергаются постоянному, ну, можно так сказать, ну, практически уничтожению. Да? Да, где-то они могут какое-то время там просуществовать еще, но фактически это будет, в общем-то, уничтожением. Ну и последний момент – это загрязнение питательными веществами, инвазивными, то есть привнесенными видами, и повышение степени кормности этих водоемов, например, называется эвтрофикацией. То есть это когда мы, например, с вами на дачах поливаем с применением каких-то удобрений свои грядки, а в итоге просто вот так по рельефу вниз, по профилю, с дождями, там, с талыми водами, из года в год все эти там и загрязнения, и наши питательные вещества, которыми мы поливали грядки, они сливаются в приемный водоем. Это может быть прекрасный пруд в центре нашего дачного поселка, в котором, например, купается там большая часть деток летом. Да, может быть, не только детки, но и все дачники ходят к этому пруду отдыхать, загорать, купаться. Ну, вы понимаете, что это, собственно говоря, зависит только от нас. Никто не придет нам с вами поставить какие-то специфические очистные сооружения. Мы должны позаботиться, каждый из нас должен в своем доме позаботиться о том, чтобы мы как можно меньше стоков отправляли без очистки в окружающую среду. А что касается стойких химических веществ, то у нас даже существует конвенция о СОЗ, стойких органических загрязнителях. Это такие токсичные вещества, которые включают следы тяжелых металлов и какие-то побочные их продукты. С этим связаны очень тяжелые заболевания. Они могут распространяться, например, могут поражать костно-мышечную ткань, нервную ткань. Но иногда таким же путем могут переноситься и, например,
инфекционные заболевания. Это большая проблема, особенно там, где есть большие объемы стоячей такой воды, то есть застойные как бы водоемы. Вот это действительно проблема. Там могут размножаться насекомые и грызуны, которые распространяют вот эти заболевания. Ну а теперь мы перейдем с вами во второй части к вот этому прекрасным нашим целям устойчивого развития. И в рамках вот этого направления я хотела бы вас познакомить, посмотрите на вот эту прекрасную картинку. Сегодня мы погружаемся с вами в то, как подружиться с водой, как найти тот баланс потребления и сохранения, потому что ну, нам, для начала нам кажется, что одно исключает другое. Мы можем либо потреблять, либо сохранять. Но на самом деле это не совсем так. И вот из всего многообразия целей посмотрите на голубенькую цель номер 6 – чистая вода и санитария. Давайте я покажу вам дальше, как можно работать с данными, как с задачами, которые сформулированы Организацией Объединенных Наций для решения задач цели номер 6. Но начнем мы все-таки с России, потому что мы хотим актуализировать для себя эту повестку. И на сегодняшний день 58% воды России идет на производственные нужды, почти 30% на сельское хозяйство. И очень маленькое количество, вы видите, около 15% всего идет на питьевые нужды, но это как раз та самая высокой степени очистки и высокого качества питьевая вода. Что касается жилых площадей России, то на сегодня, вы знаете, я боюсь, что вот эту цифру нужно скорректировать, но я просто знаю, что ее несколько надо корректировать, но официальные данные таковы. 19% не обеспечены, по площади я имею в виду, то есть это регионы, да, по площади нашей страны, не обеспечены водопроводом. Это ну, просто почти невозможно проверить. Нам с вами, например, находящимся в столице нашей страны, трудно представить, что есть регионы, где даже в школах еще некоторое время назад не было водопровода. Правда, вот нацпроект образования, он там такие аспекты в том числе решал, и сейчас это решено, эта задача решена. Так что школы, может быть, и имеют, но вот регионы, поселки небольшие, они не имеют центрального водоснабжения. То есть это может быть какая-то колонка, колодец, еще что-то, но не центральное, когда вы открыли кран, и откуда-то из единого места потекла вода. 32% не имеют горячей воды. Ну, может быть, нам кажется, что это не такая большая проблема, ее можно у себя просто дома сделать, в каком-то смысле это даже сохранение электроэнергии. Ну и 23% имеют удобство на улице, ну, то есть это уличный туалет, вынесенный, так сказать, за пределы дома, либо он где-то в доме, но он не, так сказать, не подключен к системе очистки, то есть эти стоки даже, может быть, и не собираются никак. Наверное, вы себе отчасти представляете, как это может выглядеть, ну, что-то вроде дощатого туалета, стоки от которого просто фильтруются в почву и, к сожалению, очень быстро попадают в грунтовые воды, которые вы, кстати, можете использовать для полива, просто для полива своих сельскохозяйственных полей. А здесь приводится статистика о том, как идет, на что идет потребление воды в большом количестве на территории Российской Федерации. Ну а мы перейдем вот к такому вопросу, как расход на бытовые нужды. И мы видим с вами, что самым главным, так сказать, королем потребления воды у нас в доме является унитаз. Самое огромное количество воды действительно идет именно туда. Вы знаете, наверное, такие технологии... Да, ну давайте поговорим об этом, а потом о технологиях. 35% – это, ну вот тоже опять-таки душ, ванна, что-то вроде этого, умывание, да. 20% на стирку мы тратим, 5% на уборку, и только 10% воды, но, правда, чистой воды, конечно, мы идет у нас на приготовление пищи. Теперь давайте разбираться вот с этими цифрами. Что мы можем с вами сделать, если говорим, например, о приеме там ванны или душа. Я думаю, что многие из вас были, возможно, в общественных бассейнах, банях, фитнес-центрах, клубах, где уже стоят, например, рассекатели воды. Это когда в сам кран встраивается такая специальная насадка в виде сеточки. Эта сеточка распыляет воду, и поток течет не единым таким потоком, да, а он как бы распыляется и становится шире и как будто бы даже больше. Вот этот рассекатель позволяет сделать эффект того, что вы как бы
Вы открыли кран немного, а воды как будто бы много. Просто между отдельными струйками этой воды есть воздух. Но вам может оказаться вполне достаточно этого уменьшенного количества продукта, просто для воды, просто для того, чтобы помыть что-то, себя, посуду или еще что-то. Вот такой рассекатель – это действительно один из механизмов, одна из технологий как бы уменьшения потребления воды в быту. Это могут быть сенсорные краны, когда вам достаточно просто поднести руку, и вода начинает течь. Однако вы убираете руку, и вода сразу перестает течь. Это действительно хороший механизм, правда, краны эти стоят очень дорого. Ну, наверное, какие-то еще вы можете вспомнить технологии уменьшения водопотребления в быту. Что же касается туалета, то, наверное, многие из вас видели, и в организациях они уже есть, и дома у всех они уже стоят. Это когда две клавиши у унитаза, когда вы можете использовать в случае необходимости малый слив или большой слив. Это действительно хороший механизм. Кроме того, сейчас современные унитазы спроектированы таким образом, что система всплеск позволяет минимальным количеством воды осуществлять слив в интенсивном таком вихревом потоке, когда минимум воды дает нужный нам эффект. Что касается стирки, здесь я хотела бы сразу сказать, что применение посудомоечных машин и стиральных машин значительно снижает использование ресурса, то есть количество потребляемой воды. Вы, наверное, удивитесь, может быть, вы просто не задумывались, но, например, в посудомоечную машину вы можете загрузить одновременно там, ну вот в бытовую обычную, там 5, а то и 7 комплектов, полных комплектов посуды, то есть все виды тарелочек, все виды ложечек, вилочек, ножичков, какую-то кастрюльку, там еще что-то, бокалы, чашки и так далее. И на мытье всех этих комплектов машина максимум при самой длинной программе стирки потратит ну, литров 10, ну, при старой модели, может быть, 12. Если же мы это же количество воды помоем просто руками под краном, мы потратим более 100 литров воды. Ну вот 7 комплектов поставьте таз и просто посмотрите, какое количество воды у вас уйдет на один полный комплект воды. Предметов вот этой посуды. И вы обратите внимание, что ну, хорошо, если я окажусь неправа, вот и проверите мои слова. Соберите полный комплект, весь набор вилок, ложек, ножей, весь набор тарелок, чашек, блюдец и чего-то там еще. Вот вы поели, допустим, да, и вот соберите, пожалуйста. От семьи, может быть, это 3 или 4 комплекта. Помойте их, подставив таз. Вы будете мыть их там моющим средством, нужно будет хорошо смывать их со всех сторон. И посмотрите, какое количество раз вы этот таз, например, вы знаете, что в нем 3 литра или 4 литра воды, вот посчитайте, сколько раз вы его сольете просто потому, что он стал полным. Ну а теперь, если мы говорим о, например, приготовлении пищи, то сразу вам хочу сказать, что водоподготовка, например, в московском регионе осуществляется на высочайшем уровне. Просто качество, отпускаемое со станции водоподготовки воды, высочайшее. Оно соответствует самым высоким стандартам в мире. Это действительно так. Более того, на станциях водоподготовки используются для такого тестирования качества воды живые организмы. Это маленькие раки. И по состоянию здоровья этих раков каждый день, каждые сутки новая порция воды наливается в небольшую такую чашечку Петри. Туда сажаются вот эти маленькие раки. И вот смотрят, как они живут, как они себя чувствуют. Но это кроме остальных методов контроля, которые могут быть не только химическими, но, как вы убедились, и биологическими. Но по мере того, как она поступает по сетям, по трубам, да, по сетям к нам в квартиру, конечно, качество ее может сильно снижаться. Вот поэтому у нас существует еще один национальный проект, который называется «Городская среда», «Жилье и городская среда», в котором есть такой норматив, когда планово уменьшается количество вот этих сетей на всем протяжении для того, чтобы не уменьшается, а переустанавливается, то есть трубы заменяются на новые, а некоторые узлы перекоммутации, они заменяются более современными средствами доставки, например, насосом для перекачки. И тогда вот это плечо доставки чистой воды вам в квартиру уменьшается, и более качественная питьевая вода поступает вам в дом.
Но если вам хочется, то есть такую воду можно смело использовать для питья, особенно если у вас новый дом, новый микрорайон даже, или недавно у вас была какая-то там серьезная реконструкция в доме или в лично в вашем подъезде, то, конечно, эту воду вы можете пить смело. Теперь вот такой вопрос. А почему некоторые люди ставят дома фильтры, например, да, для питьевой именно воды? Или почему некоторые люди вмонтируют специальный кран для питьевой воды в свой кран, допустим, там, в ванной комнате или на кухне? Ну, считается, что качество такой питьевой воды можно улучшить, например, пропуская ее через специальные кремниевые фильтры или, там, допустим, ультрафиолетом, который установлен вот в этом специальном тоненьком кране для питьевой воды. Там внизу под раковиной устанавливается такой луч ультрафиолета, который при прохождении воды через него, вот он поднимает в кран, да, насос эту воду, и вы получаете очень высокого качества питьевую воду, которая еще и обеззаражена. Наверное, можно использовать, если вы используете, возможно, вы правильно делаете. Лично я, например, не использую такую дополнительную систему очистки, но иногда пользуюсь покупной водой из таких вот специальных автоматов, что-то вроде ключ здоровья или как-то вот так они называются. Я провела такой эксперимент для себя, мне было очень интересно. Я купила одинаковые цветы в магазине, в горшочках цветы. И, значит, там два цветка поливала водой покупной из вот этого специального такого ларёчка, где продается питьевая вода, а два цветка поливала обычной питьевой водой. Я, правда, отстаивала ее, она была отстоянная. Сейчас активный хлор не используется, хлор уже связанный используется, или вообще не хлор, а другие коагулянты, которые позволяют и убивать всю биоту ненужную, да, и в то же время консервировать воду в том смысле, чтобы она до вас дошла в чистом состоянии, просто вот к вам домой она пришла. Должна сказать, что убедилась в том, что те цветочки, которые я поливала именно водой покупной, они росли веселее, и вид у них был гораздо более мясистый, чем те, которые я поливала из, водой из-под крана, хотя и отстоянные, и слегка подогретые, ну вот в естественной температуре. Ну, возможно, я бы сказала, что я бы рекомендовала все-таки использовать ту покупную воду, просто потому, что я провела этот эксперимент и наблюдала на целых живых организмах. Сегодня существует такая международная многосторонняя платформа для обсуждения водной проблематики, которая называется Всемирный водный совет. Создана эта организация была в 1996 году, и это такая международная платформа, где и специалисты отрасли, и простые люди, там просто какие-то общественные организации или даже просто индивидуальные граждане могут по разным каналам обмениваться какой-то информацией, проводить специальные акции и так далее. На сегодняшний день мы ждем уже 9-го Всемирного водного форума. Ну, я не знаю, состоится ли он в очном режиме или в Зуме, трудно сказать. Он должен пройти в Дакаре. Это Сенегал в Африке в 2021 году, то есть сейчас. И должна сказать, что это очень большой трепетный момент. Каждый раз при проведении Всемирного водного форума страна принимающая разыгрывает следующую страну, следующее место проведения форума. Форум этот проводится один раз в 3 года, поэтому вот и в Дакаре тоже будет вот проведен такой розыгрыш, в рамках которого следующая какая-то страна, которая подавала свою заявку, узнает о том, где 10-й форум будет проводиться. В России пока не проводилось ни одного Всемирного водного форума. Возможно, когда-нибудь мы подадим такую заявку. Это видно будет. Ну, то есть это выглядит примерно как розыгрыш места приема следующей Олимпиады. Значит, ну вот для такого общего развития вашего интереса могу вам показать, как развивается членство в этих организациях. То есть на сегодняшний день уже почти 338 членов этой организации. Ну, как-то в основном это те страны, которые озабочены, что ли, да, очень сильно. Россия не является стороной Всемирного водного совета, хотя поддерживает все ее акции, всегда принимает активное участие во всемирных водных форумах. Министерство природных ресурсов и экологии всегда возит свою такую специализированную выставку на Всемирный водный форум, где бы он ни проходил, где рассказывается о том, как можно сказать так, вода России, то есть как происходит
распределение воды, потребление воды, защита водных ресурсов и так далее. Это наша стойка всегда принимает огромное количество посетителей, очень много людей возле нее проводит много времени, потому что Россия, конечно, это ну, одна из крупнейших водных держав, поэтому такой повышенный всегда интерес у всех людей, которые приезжают на Всемирный водный форум. Если вам интересно, то я скажу, что на последнем, на 9-м Всемирном водном форуме участвовало 24 тысячи участников. Я не могу даже представить себе такое количество людей, поэтому это что-то сродни Олимпиады. Он идет там от 5 до 10 дней, некоторые люди прилетают, улетают через 2-3 дня. То есть есть, конечно, люди или организации, которые от начала до конца участвуют. Площадки эти организуют сразу в нескольких городах или пригородах крупного мегаполиса. Это позволяет людям, как туристам, даже немножко страну посмотреть. Если у вас там в разных концах находятся какие-то площадки, которые лично вы приехали посетить. Напомню вам, что такого же типа мероприятия крупные у нас принимали, например, во время футбольного, как это называлось, чемпионата мира по футболу. Помните, когда в России сразу, по-моему, 11 или 12 городов принимали этот праздник спорта. Но вот это тоже было очень интересно. То есть такой опыт появился у нас. Поэтому, возможно, в будущем Россия рассмотрит для себя такую возможность. Ну и давайте посмотрим, что нам предлагает ООН в качестве таких задач, которые стоят перед нами в рамках цели устойчивого развития 6. Итак, задача 1 – это безопасная и недорогая питьевая вода. Можете обратить внимание, что нашей задачей является к 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех. Если вы думаете, что у нас все регионы снабжаются именно безопасной питьевой водой, то, к сожалению, это не так. Я могла бы развить эту тему, но это, конечно, очень неприятный момент, но я знаю точно, что вот, например, по данным Российской ассоциации водоотведения и водопотребления, это количество таких регионов у нас значительно уменьшается, и уменьшается именно благодаря вот нацпроекту «Экология». То есть у нас активно и позитивно решается в очень быстром темпе эта проблема. Следующая задача, это цель, это задача 6.2, это обеспечить всеобщий равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам. Вы знаете, вот для нашей страны, может быть, это действительно не настолько актуально. Например, вот в странах Африки или странах Юго-Восточной Азии есть такое понятие, как акты открытой дефекации. Это характерно для стран, в которых вообще не было еще до сегодняшнего дня там понятия туалет. Да, то есть они просто, вот, как говорится, не в каждой стране был кустик, за который можно было спрятаться. Есть просто страны, иссушенная пустыня, куда вы там уйдете. Да? Вот, поэтому как бы, других вариантов не было. Наверное, только как в походе. Натянуть нечто вроде походного палаточного туалета, то есть такую шторку просто делают и ямку роют. Наверное, это тоже не очень хорошо. Вы можете мне сказать, что ну, это биологические отходы, ничего страшного. Но я вам, к сожалению, вынуждена напомнить, что страны, у которых вот так все это происходит, и с актами открытой дефекации, это большая проблема, потому что большинство людей в этих странах страдают кишечными инфекциями. Поэтому все эти кишечные инфекции, естественно, просачиваются в грунтовую воду, и вот этот круговорот, он просто-таки прервать его очень тяжело и дорого. Поэтому в Организации Объединенных Наций существует некоторый набор таких очень простых подходов к решению этих проблем вот в таких слаборазвитых регионах, где нужно ну, как-то срочно решать вот какую-то проблему. Ну, хотя бы там привозят какие-то септики, то есть закрытый такой накопитель, и устанавливают вот эти туалеты. Я вам должна сказать, что некоторые регионы просто нуждаются в том, чтобы приучить пользование таким туалетом. У нас в стране немножко другая ситуация. У нас есть места, где нет специального такого водоприемника, который мы называем станция водоочистки, куда поступают в том числе и туалетные стоки, и просто стоки от домохозяйства, и промышленные стоки. Есть такие регионы, например, это небольшие поселки, деревни, где просто нет такой станции. То есть есть какой-то, например, приемный такой небольшой лоток с насыпанным слоем песка, просто физически через этот песок просачивается, какие-то твердые отходы там остаются на нем сверху, а все остальное просто сливается в открытый приемный водоем. Так что пока вот у нас такая задача стоит, чтобы просто свести к нулю такие места, где есть вот такое
недоочистка стоков хозяйственных. Но, вы знаете, это очень сложная задача. Наверное, ее должны решать не только федеральные власти, но совершенно очевидные власти на местах. Задача 6.3. Повысить качество воды, ликвидировать сброс отходов и увеличить масштабы рекультивации. То есть нам необходимо просто понимать, как повысить вот это вот качество воды, как мы его можем повысить, посредством уменьшения загрязнения. Да? То есть нам надо посмотреть на свои технологии. И вот эта картинка, она вообще хорошо отображает суть задачи 6.3. Нам необходимо ликвидировать сбросы отходов и свести к минимуму выброс опасных химических веществ и материалов, которые могут заражать или загрязнять эту воду. Задача 6.4 – это повысить эффективность водопользования, обеспечить забор и подачу пресной воды. Что мы с вами должны сделать? Посмотрите на картинку. Здесь нарисована, собственно говоря, циркуляция. То есть что мы должны делать? К 2030 году мы должны существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах экономики и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды. Для чего? Для решения проблемы нехватки воды. То есть мы ее можем многократно использовать в одном цикле. Мне, например, известно, что в Дубае в некоторых отелях воду используют до 7 раз. Они поставили себе такую задачу. Правда, там в некоторых отелях установлена система, многоступенчатая система очистки. Некоторые из этих ступеней содержат до 14 степеней очистки. Но, правда, я не проверяла этого. То есть, если вам будет интересно, вы можете поискать такую информацию, сколько вообще степеней очистки воды на сегодняшний день предлагает наша промышленность. Где вот можно купить такие установки, как вообще это выглядит, устанавливается ли это только в виде чего-то огромного какого-то механизма на там, 80-этажный отель, как это сделано в Дубае, либо это можно установить лично вам в дом, как это, например, делают европейцы или там канадцы, которые просто очень любят это делать, то есть они там к минимуму свели потребление свежей воды, тогда несколько раз она используется как питьевая, и потом она переводится уже в ту воду, которую вы моетесь в душе, которую вы стираете, и, наконец, вы еще там несколько раз ее используете в туалете. Задача 5.6 – это обеспечить комплексное управление водными ресурсами. Посмотрите, это управленческая задача, то есть она, ну, как бы касается уже чиновников, если можно так сказать. То есть мы должны создать некое комплексное управление водными ресурсами. Оно, безусловно, в России есть. Например, у нас есть такая организация, подведомственное Министерство природных ресурсов. Она называется Агентство Росводресурсы. Это федеральное агентство, которое обеспечивает как раз управление водными ресурсами, потому что оно относится к воде как к ресурсу. Поэтому должно их как-то там сохранять, обеспечивать их чистоту и так далее. Но вот когда мы переходим уже в категорию трансграничного сотрудничества, тут, поверьте, нам с вами очень тяжело, потому что, например, довольно загрязненная река Амур, по ней проходит граница Российской Федерации с Китаем, и там нет никакого соглашения, которое регулировало бы наши водные отношения в этом регионе. Поэтому нам очень трудно, если происходит какая-то серьезнейшая авария, а их уже было несколько только в 21 веке, связаны они были с утечкой химических веществ, с каких-то красильных и текстильных предприятий Китая, может быть, еще с каких-то, точно не могу сейчас сказать, когда фактически в осенний период были, ну, не знаю, чуть ли не убиты вообще там все нерестилища и даже все гидробионты, которые попались под этот сток, он такой одномоментный был. Но потом, правда, пришла зима, эти загрязнения были там свернуты льдом, захоронены в дне. Фактически можно сказать, что они никуда не делись, они просто захоронены в донных осадках. Но вот отсутствие регулирования этой части, да, водопользования, оно, конечно, очень отрицательно сказалось. Поэтому приведу и положительный пример, мне приятно его приводить. У нас есть на некоторых, например, наших морях, наверное, об этом я еще буду в следующей лекции говорить, регулирующие конвенции, такие, например, как конвенция по Балтийскому морю, где объединились все страны Балтийского региона, и конвенция, например, по Каспию, где объединились все страны, выходящие к Каспийскому бассейну. А такое же регулирование и сотрудничество есть в рамках, например, Арктического совета, когда все страны Арктического региона собрались, организовали 6 рабочих групп, много подведомственных комитетов, и вот в рамках
этого механизма политического, они вырабатывают какие-то механизмы еще трансграничного сотрудничества. То есть они могут, ну, физически просто договориться. Вот это нельзя, это можно, это в таком-то количестве, это только в такие-то там сроки, например, только весной или только зимой и так далее. Вот это проще, когда люди просто разговаривают между собой и договариваются. А задача 6.6 – это обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем. А к 2020 году, то есть мы уже перешли с вами, да, вот этот край, обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер и так далее. То есть всех вот пресных источников. Я приведу вам пример, покажу, просто хочу показать, как это делается. Давайте сначала на правую часть картинки посмотрим. Посмотрите на этот кошмар, Аральское море, как выглядело, ну, когда вас еще не было, например, да, это 1977 год, там, ну, 2006, мне страшно показывать то, что сейчас там находится, там фактически, можно сказать, на дне небольшие остатки воды остались. То есть люди убили просто. Да тут уже нечего регулировать. Люди убили это море, потому что Амударья и Сырдарья – это сток двух рек, которые приходили и питали Каспий, ой, извините, Аральское море. Он просто был разобран весь на орошение, и там выращивали хлопковые плантации. И реки просто вообще перестали доносить свою воду до Арала. Это произошло так давно, что сейчас там уже невозможно восстановить ничего. Соленость этого моря выросла настолько, что в ней не может жить уже никто. Там уже соленость, наверное, сравнимая с соленостью Красного, извините, Мертвого моря. А вот в левой части картинки, посмотрите наверх, вот так выглядела река Мзымта, просто вот ее берега, ее пойма, во время строительства олимпийских объектов. Но так получилось, что посчитали, что рентабельнее всего ездить непосредственно по этой водной артерии, прямо по ней ездить. Таким образом, ситуация осложнялась тем, что мы должны, ну, как бы получается, что люди уничтожили реку фактически, да, то есть водный сток был, но он был так размазан по рельефу, что даже непонятно было, это вообще вода или просто мокрое место. То есть в ней отсутствовало течение, нерестилище, любые гидробионты, рыбы, растения, то есть ничего практически в ней не было. Эта ситуация продолжалась несколько лет, пока строили олимпийские объекты. Но это просто самая дешевая, самая быстрая прямая дорога в горы была. В настоящее время она выглядит, река Мзымта выглядит так, как на двух других картинках я вам сейчас показываю. То есть там было искусственно, как бы руками, восстановлено русло реки, сохранен естественный уклон, который был до того, как ее, можно сказать, почти уничтожали. Создали берега, максимально близкие к естественному, там загибы, положены камни разного размера, посажены специально гидробионты, то есть растения, которые растут на той или иной глубине, там какие-то макрофиты, присутствуют микрофиты, и созданы даже искусственные нерестилища, то есть такие поворотики, перекатики, чтобы вода бурлила там и насыщала кислородом ее. Поэтому на сегодняшний день, вот на нижнюю картинку посмотрите, это не только просто очень красиво выглядит, да, но это еще и полностью воссоздало те условия, которые характерны были для этой реки. Вот вы видите, я показываю вам сейчас, такой осередок это называется. Это остров, который специально создан по центру реки для того, чтобы создавать естественные препятствия для течения. Там создаются небольшие водоворотики, река красивая, я даже не могу сказать, шумит, она звенит просто в этих местах. Но именно там она насыщается кислородом, а берега у нее более такие, как отмели, такие специально, вот я показываю эти отмели, сделали специально вот такие, для того, чтобы именно там были естественные нерестилища. Ну вот, что касается Дарамсарской конвенции, я уже вам сказала о ней, что существует и такая конвенция. Могу сказать, что когда вы будете считать вот свой водный след, воспользуйтесь еще и вот этим, этой информацией для калькулятора. Ну и что мы можем сделать? Начав с себя, мы можем обратить внимание, насколько рационально вы используете воду в быту. То есть, может быть, вы утром встаете, включаете воду, долго над ней медитируете, и только потом вспоминаете, что надо умыться и почистить зубы. Не делайте так, пожалуйста, этого не нужно делать. Тем более, что сейчас мы с вами
платим за воду, там у нас дома установлены счетчики, это еще и чистые деньги утекают просто, да. Мы можем что? Устранить все протечки у себя дома, да, и приобрести новые привычки. То есть это зависит только от нас, тут нам как бы никто не нужен, мы можем принять такое решение, и я вас к этому активно призываю. Что касается окружающих вас людей, вы можете поспрашивать, какого качества водичка там у вас, у друзей, там у соседей на даче, в соседних домах, в школе какая у вас вода, куда она уходит после использования, поинтересуйтесь. Ну, например, у учителя биологии или географии можно об этом спросить. А в вузах мы вводим такую экскурсию специально на водозабор. Ну, например, мы вводим на старейший, очень красивый и очень модернизированный Рублевский водозабор, который обеспечивает более 80% питьевой воды в Москве и Московском регионе. А для того, чтобы увидели наши студенты, где вода подвергается очистке, мы вводим на Люберецкую станцию водоочистки. Там просто какие-то вообще фантастические, чуть ли не космические технологии внедрены для того, чтобы вода в естественный источник отправлялась чистейшей и даже насыщенной кислородом. Это правда так, поверьте мне. И наши студенты это уже видели. Узнать, отмечается ли Всемирный день водных ресурсов, Всемирный день туалета. Узнаете, когда эти дни? Посмотрите, что это за вообще... Почему, ну, я как эколог считаю это чуть ли не праздниками, но, в принципе, это такие, я бы сказала, мемориальные дни, когда мы, ну, просто должны вспомнить о том, что такое существует. Ну и участвуйте, наверное, в общественных акциях. У нас таких много. Можете зайти на сайт, который называется просто «Вода России», и посмотреть, какое количество там информации. Вам будет просто интересно почитать что-то об озерах уникальных в России, да, что-то о совершенно фантастических там водопадах России и так далее. Ну и стать приверженцем цели устойчивого развития 6 для того, чтобы уже принимать участие в гораздо более каких-то глобальных акциях, а может быть даже стать проводником информации о проблемах, связанных с водой. Организация Объединенных Наций предложила нам 10 шагов к достижению цели устойчивого развития. Надеюсь, что вы возьмете вот эти полезные, что ли, привычки, которые здесь изложены. Я сейчас не буду говорить о цели устойчивого развития 14, мы об этом с вами поговорим позднее. Ну и я вам рекомендую воспользоваться вот этими полезными ссылками и посмотреть, что вы можете почитать из этого, что вас лично заинтересует. Вот ссылка на энциклопедию «Вода России» тоже тут присутствует. Ну и, наконец, что касается международного уровня, то наиболее полезным, я думаю, что, может быть, старшеклассникам это будет особенно интересно, чтобы понять там о том, как вы будете в будущем выбирать свою карьерную траекторию, посмотрите, пожалуйста, вот эти источники управления водными ресурсами, UN Water, это вот ООН «Вода», Всемирный день водных ресурсов, как именно, что, какие акции в этот день в мире делают, и вообще, как это интересно, вот Всемирный день туалета, очистка промышленных сточных вод и Всемирный день водных ресурсов в Российской государственной библиотеке.